S5. Это почти как Audi, но только Amoda. Стильный седан. Не сказать, чтобы громадный, но комфорт класса, наверное, будет. Выглядит очень современно, но не сказать, что прямо как-то гипервау. У Amoda мне больше нравятся их паркетники городские. Давайте посмотрим, что внутри. Вы только посмотрите, как модненько сделана подсветка под дверью. Дорого-богато. Экранчики. Все в экранчиках. А заводиться-то будем? Так, что-то я не понимаю в этой машине. О, а теперь завелась. В общем, как-то она так очень мудрёно заводится. Так, у нас есть небольшой люк. У нас тут тепло, поэтому надо, пожалуй, поездить с открытым люком. Сейчас настрою сиденье и продолжим. Сиденья электрические. В принципе, не сказать, чтобы прям уж какие-то большие, я бы сказал, слишком спортивные даже для такой какой-то маленькой машинки. Руль у нас только вверх-вниз. Да? А, нет, наврал. Или не наврал. Да, только вверх-вниз, к сожалению, руль. Попробуем с этим что-то сделать и жить. Так, где у нас музыка? Прекрасно, музыка у нас есть. Это все, естественно, тачскрин. Ну что, давайте попробуем поехать. Дворовая езда. Руль очень мягенький. По крайней мере, вот на небольшой скорости. Свет неплохой. Сидеть в целом вполне себе удобненько. Очень не люблю я эти московские загруженные дворы. Что у нас тут с лежачим полицейским? О, слушайте, прям нравится. Мне прям нравится. Прямо очень мягонько. Это очень здорово на самом деле. У нас там сейчас еще одна машинка сзади выезжает, и вот за ней можно будет проскочить. Слушайте, но вот на газ она вообще не реагирует. Газа у нее нет, она просто при нажатии на педаль продолжает ехать прямо. Но лежачих полицейских проходит очень приятно, прям очень. По салону, слушайте, вообще ничего нового после всех современных китайцев. Все, блин, все уже обычное, просто да нельзя. Привязаться не к чему, красивые панельки. Да, да, просто зеркала хорошие. Вот пластик могу сказать, пластик он мягенький, вообще шикардос. Это классно сделано. При включении поворота включается ассистент. Он нам все дело помогает быть внимательными за дорогой. Здорово. Климат-контроль однозонный, но в принципе дует хорошо. Я вот сейчас даже его делал теплее, потому что прямо прохладненько, надо сказать, стало. По езде машина нравится, ребят. Не сказать, что она громадная, не громадная. Просто довольно комфортная. Довольно комфортная машинка со всем необходимым, что есть, с автосветом. Фары, кстати, красивые, должны интересно светить. Что еще сказать? Честно говоря, не знаю.
Вот некоторые китайцы прям вызывают такой вау-эффект. Ты в нем едешь, думаешь, блин, нифига себе. А здесь как бы никакого вау-эффекта не наблюдается. Все просто удобно, комфортно. И едет, но едет довольно паршиво все-таки. Мотора ей явно не хватает. Apple CarPlay есть, Android Auto есть. В общем, соответственно, навигация, все прямо на экранчике будет. Единственное, я что-то не могу разглядеть, где здесь. А вот Type-C, в принципе, все здесь же включается. И навигацию вы получаете. Разгона вот совершенно нет никакого, как я уже говорил. А, кстати, у нас тут кондиционер, а не климат-контроль. Автонастроек нету, только сам выбираешь, куда что должно дуть, и оно дует. При этом довольно быстро еще и выключается, если ничего не трогать. Вот так вот. Давайте про эту панельку тоже посмотрим. В общем, стандартные все дистанции, пробеги с обнуления и со старта. В общем, давление в шинах. Стандартная информация здесь вся присутствует. Я сначала подумал, что вот эта кнопка это какого-то типа check engine, непонятная такая. А это оказывается спорт режим. Сейчас мы попробуем немножечко где-нибудь аккуратненько разогнаться, когда будет такая возможность. Но расположение кнопки, еще раз скажу, очень странное. Я искал ее где-то здесь. Я искал ее на руле, я думал, одна из кнопок мод или ОК отвечает, может быть, за стиль вождения. Но нет, они ее поместили вот здесь вот, рядом с выключением traction контроля и непонятной камерой передней. О, кстати, передняя камера. А, ну с учетом 3D-вида, да, здесь понятно, что камера со всех сторон. Здорово, здорово, но опять же, не вау, мы это видели уже во многих-многих китайцах. Еду дальше. Небольшое дополнение про сидение, вот сколько-то, не знаю, минут 20 я уже здесь за рулем. У меня, по моим, опять же, личным ощущениям, как-то попа провалилась, все-таки она довольно мягкая на самом деле, и как-то довольно странные при этом ощущения вызывают. И нету поясничной поддержки, вот этого прям не хватает. Я вот сейчас сижу, здесь тоже вот довольно мягко. Я так туда провалился, и такое вот ощущение старого кресла. С одной стороны, вроде как удобно, а вот все-таки для управления автомобилем хочется чуть-чуть пожестче. Мое мнение. Ну вот как есть, я вот сейчас сижу и начинаю так уже подъерзывать на нем, потому что, как вариант, потому что это еще кожзам, и как-то душновато на нем попе, душновато. Вот такое вот впечатление образовалось спустя какое-то время тошнения в пробках. Мне тут звук показался каким-то слишком плосковатым, полез в настройки, вот здесь вот есть какой-то пункт эффект Arkhamis. I don't know what is this. Он, в общем, дает некое звучание большее на водителя. Если его отключить и настраивать просто через акустический баланс и эффекты, получается еще хуже. Что странно, на мой взгляд. Ну вот, лично мне, да, немножечко не хватает звука, хотя вроде как казалось бы колонок много. Но звук прям очень-очень плоский. Давайте вот представим ситуацию, что мы совершенно спокойно едем по какой-нибудь трассе и хотим кого-нибудь обогнать. Нажимаем на газ, и фактически ничего не происходит. Печальненько. Все системы помощи при парковке есть. Очень удобно и легко парковаться. Габариты все ясные, понятные без этого.
Давайте быстренько посмотрим на машинку снаружи, как я и обещал. Это, конечно, очень круто. Ну, спереди довольно простенько она выглядит. А сзади нормально. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что смотрели. Спасибо Делимобилю. Подписывайтесь, лайки. Вы знаете, что делать.